Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы хотим вам предоставить к показу украшения Новогре и подвески, тоже украшения семь чакр. Да, именно слово чакра забыла. Вот. Украшения Новогре у нас есть браслеты, две подвески и два кольца. Вот чакр, конечно, побогаче выбор. И теперь начнем с Новогре. Новогре – это 9 планет. В интернете, если что, посмотрите, какие это удивительные мистические происходят с людьми преображения, когда они их, эти украшения носят и используют. Вот. И покажу. Браслетики есть вот с крючком застежечка. Размеры есть от 20,5 сантиметров до 19. Вот. И стоят вот такие вот браслетики с крючком. Стоят 3900 рублей. Вот, жемчужинка, коралл, кварц зеленый, цитрин, кварц красного цвета, горный хрусталь, кварц синего цвета. Это как гранат, забыла, как гранат оранжевого цвета, забыла, Единка. Вот. И кошачий глаз. Вот. Так. Одевается легко, крючочек очень удобный, так. Вот. Вот. И несмотря на свою простоту, не расстегивается, без вашего желания не расстегнется. Вот. Следующий браслетик Новогре – этническая застежечка. И стоит такой браслетик, ну, он более такой женственный. Вот. Такой тоненький, хотя и мужчинам тоже может подойти, юноши. Размер 19 сантиметров. Так, раз. Вот. И что самое удивительное, несмотря тоже вот на простоту, без вашего вмешательства не снимется. Вот. Мне кажется, очень даже замечательно смотрится. Так, напоминаю, этот браслетик с этнической застежечкой, ну, с цепочечкой вот по бокам, стоит 2400 рублей. Далее у нас браслет уже с такими крупными вставками, крупными камушками. Вот. Браслет Новогре, крупные камни, застежка, карабин. Вот. Его почему-то больше всех любят, как считается, более надежной. Так. И здесь у нас браслеты двух размеров. 18 сантиметров и один единственный 20,5 сантиметров. Жемчужинка, красный кварц корунд, зеленый кварц, синий, цитрин, потом вот гранат, горный хрусталь, кошачий глаз и коралл. Вот. И такие вот браслетики стоят 3900 рублей. Вот. И еще из украшений Новогре у нас есть два, прям скажем, перстня и две подвесочки. Вот. Подвесочка в виде ом. Здесь даже есть не одна жемчужинка, а даже вот наверху вторая есть такая маленькая. Вот. И подвесочка овальная. 8 внутри, не внутри, а в середине украшения как бы звезда обрамляет рубин. Вот, и у звезды 8 лучиков. И вот эта вот подвеска с 8 лучиками стоит 1900 рублей. И весит она 7 грамм. Так, далее. Подвесочка ОМ весит 12 грамм.
и стоит 2900 рублей. Она довольно-таки такая тяжеленькая. Вот сейчас покажу обратную сторону украшения. Вот у каждого минерала есть окошечко, через которое проходит свет и придает сияние камушку. Так, ой, и забыла показать обратную сторону вот этого вот украшения. Тоже так. Каждый камушек в такие вот, если приглядеться, маленькие-маленькие такие крапана, лапочки держат у каждый камушек. Вот, так, напомню, овальная подвеска стоит 1900 рублей, а ом стоит 2900 рублей. Вот, и еще из Новогре остались два колечка. Так, такие перстни. Так, вот. Квадратное колечко. 19 размер и стоит 1500 рублей. А овальный такой перстенечек, вот, 8 грамм весит, тоже 19 размер и стоит 2300 рублей. Так, вот обратная сторона украшения. Так, кольца и обратная сторона овального колечка. Сейчас я покажу быстренько каждой подвески, как они смотрятся со стороны. Так, на одежде. Вот, мне, конечно, очень нравится вот украшение ОМ. Здесь и знак ОМ. В индуизме считается, что именно с этого вот звука ОМ и началась Вселенная. Вот обозначает вот этот вот знак. Вот. Очень красивый и довольно-таки тяжелая подвеска. Ой, как бы она не упала. Вот. И такая вот овальная подвеска. Сейчас. Так, быстренько. Вот. Такой вот. Украшение с тайным глубоким смыслом. А, кстати, забыла сказать, что в кольцах и в подвесках здесь уже идут вставки драгоценных минералов. В серединке это рубин, как бы обозначающий солнце. Давай вот вниз спустимся, и я... Вот, здесь уже не кварцы, не корунды, а настоящие драгоценные камушки. Вот красненькие — это рубин, зелененькие — изумруд, синенькие — тут, ой, как бы показать, вот синенькие — это сапфир. Ну а дальше так же, как и в браслетах: жемчужинка, коралл, цитрин, кошачий глаз. Так, ага, кажется, и горный хрусталь. Да, так, цены напоминаю. Самая здесь доступная вот эта вот перстень квадратный, 1500 рублей. Вот. Овальный 2300 рублей. Овальная подвесочка 1900 рублей, а подвеска ОМ 2900 рублей. Но она и в два раза тяжелее. Так, уважаемые друзья, хочу еще раз напомнить, что в этих украшениях, в двух подвесках и в перстнях, настоящие драгоценные камни. Красный – это рубин. Зелененький — изумруд, синий — сапфир, жемчужинка — узнаваемый такой персонаж, красный — коралл,
тоже узнаваем. Такой вот маленький, кругленький, серенький – это кошачий глаз, белый, прозрачный горный хрусталь. Вот желтый, вот более насыщенный желтый – это топаз. Вот здесь вот, вот, вот этот, да, кажется. Mm-hmm. Вот, а потемнее – это цитрин. И наши любимые чакры. Яркие, красивые. Вот. И тоже, как, что новоагры, украшения новоагры, что украшения чакры, они стабилизируют и нормализуют энергетику в наших телах. И душах тоже. В чакре, если в новоагре там 9 минералов, то в чакре 7, как цветов радуги. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Вот. И в основном классические чакры. Так, сейчас тоже вот такие еще у нас есть. Ой, вот такие вот красивые столбиками. Так, так, так. Вот. В основном в чакрах какие минералы присутствуют? Фиолетовый – это аметист, красный – гранат, оранжевый – это спесартин, разновидность граната, правильно? Да, индийцы его по-другому называют немножко. Вот, вот этот вот оранжевый. Угу. Вот желтый – цитрин, зеленый – оливин или перидот. Голубой – это топаз, это уже драгоценный камень, плод, твердость по шкале Мооса – восьмерка. А все, что 8 и выше, это уже драгоценности. Вот далее иолит, синий иолит и фиолетовый аметист. Вот. Вот она, самая, самая любимая. Самая чакра. Популярная как раз у нас чакра вот классическая. Вот, 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 вот она, вот от маленького граната к объемному аметисту. Вот такая классическая чакра. Я почему-то ее называю от маленького к большому. Вот. Ну, классическую будем просто так называть. Вот такая классическая чакра у нас стоит 1700 рублей. Вот. И размер лучше всего размер выглядит как, кстати, очень хорошее большое ушко. Любая цепочка пройдет. Вот. И выглядит она вот, вот таким вот способом. Так-так-так. Ну, масштаб, чтобы просто вот показать. Вот. И напомню, такая чакра стоит 1700 рублей. Вот. Далее у нас тоже будем показывать чакры. Вот. Наверное, по популярности у нас идут ладонь Фатимы. Вот. Такая ладошка у нас стоит 1500 рублей. Вот она такая аккуратненькая, и вроде как вот женская ладонь так вот останавливает весь негатив и не допускает этот негатив до своего владельца. Вот. Так, сказала цену 1500 рублей. Так, сейчас покажу ее объем. Так. Ладошка Фатима. Те же самые минералы. Так, вниз. Так, 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 так. Так. Вот. Самая доступная в ценовой категории подвесочка. Это подвесочка, я ее почему-то называю Фибоначчи. Она мне напоминает формулу Фибоначчи, по которой закручиваются и семечки в подсолнухе, и все вот цветочки, когда вот вы смотрите на
тычиночки, особенно вот у ромашки, тоже заметно. Все это по формуле Фибоначчи закручивается. Многие ученые считают, что вся наша Вселенная, и в том числе даже наш Млечный Путь, он как раз движется и имеет форму по формуле все Фибоначчи. Все это у нас подстроено почему-то. Вот. И у нас двух видов эти чакры. С большим таким вот толстеньким ушком и тоненьким. Вот. У тоненького ушка мне, ну, так вот визуально мне кажется, что камушки побольше. Вот. А ты видишь, нет? Да. Вот. Ну, такие слегка имеются небольшие различия. Вот. И стоит такая подвесочка 1300 рублей. Так, посмотреть масштаб. Так, она не маленькая, заметная. Вот. И к любому цвету одежда подойдет. Вот. Так, с большими камушками поверите? Вот. Вот это вот с большими камушками. Вот. Напоминаю, такая подвесочка чакра Фибоначчи стоит 1300 рублей. Так, вниз идем. У нас еще много чакр разновидностей. Их все их надо продемонстрировать. Так, вот. Еще у нас есть чакры. Я их почему-то называю морская звезда. Ну вот напоминает. Вот. Большая морская звезда и маленькая морская звезда. И вот эта вот маленькая морская звезда мне почему-то еще напоминает галактику. Вот все ее вот эти вот рукавчики. Ну, такое вот что-то такое вечное, монументальное. Вот, и сейчас скажу цену. Большая морская звезда стоит 2500 рублей. А вот эта вот маленькая морская звезда стоит 1700 рублей. Вот. Так, сейчас покажем объем весь. Ой. Так. Вот. Заметно, особенно на одежде, конечно, заметно. Яркая, блестит. Ну и на коже тоже не теряется. Вот это большая морская звезда стоимостью 2500 рублей. Так, быстренько меняем на маленькую нашу звездочку, нашу маленькую личную галактику. Так, вот так как. Такое ощущение, что вот-вот задвижутся вот эти вот ее рукава. Так, маленькая наша морская звезда, маленькая наша галактика стоит 1700 рублей. Так, вниз идем. Так. И еще у нас есть чакры, которые лично мне тоже очень нравятся. Во-первых, здесь большие минералы. Во-вторых, очень надежное крепление лапки крапана. Здесь у каждого своя ячеечка. Вот, и каждый минерал держит 4 лапки крапана. Вот, так что очень надежное крепление. Так вот сбоку вот покажу. И обратную сторону. Вот, посмотрите, даже может видно, не видно вот эти грани. Насколько большое окошечко, пространство, но и в то же время как бы вот эту вот пирамидку минерала серебро защищает,
чтобы не было никаких сколов и так далее. Вот. Вот эти вот, как бы, эти чакры столбиком тоже двух видов, но отличаются они только вот ушком. У одного такое монолитное, а другое ушко резное, узорчатое. Вот. Стоит такая чакрочка. Так, 1300 рублей. Вот каждая. Так. Сейчас покажу. Ну, наверное, одной чакрой можно. Вот. Такое можно и на каждый день носить. Такой вот объем. 1300 рублей. Вниз. Вниз, вниз, вниз. Так. И еще у нас есть чакры столбиком. Вот. Я их даже называю немножечко кирпичиком. Так, 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 эти уберу. Вот. Тоже получается двух видов, но только в основном из-за ушка. Одно ушко резное, другое монолитное. Здесь и ободковое крепление, и подстраховывают маленькие лапочки. Лапки крапана. Вот. Эти вот кирпичики такие. Вот сбоку, как они выглядят, и как обратная сторона выглядит. Тоже маленькие, аккуратненькие, кругленькие, такие хорошенькие окошечки, вот, которые передают игру света в минерале. Так, вот так, 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 так. Все такое гладенькое, монолитное. Вот. И каждая такая вот чакра стоит 1700 рублей. Вот. Серебра здесь предостаточно, это прям как слиток, слиток серебра, в котором есть минералы. Вот. И объем сейчас покажу, как он выглядит. Так, вот так вот. Посмотрели теперь вниз. Так, 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 так. Вот. И, как говорится, финальный выход всех наших замечательных, красивых украшений. Так, так, так. Сейчас я все это выложу красиво и спрошу нашего продюсера, какая чакра, хотя я и без спроса уже знаю, какая чакра больше всех нравится нашему продюсеру. Вот эта классическая. Да. Мне все нравятся, я все переносила, у меня все есть в моей коллекции. Ну, просто классическую я ношу постоянно. Я в ней сплю, моюсь, плаваю, занимаюсь спортом. Когда занимаюсь спортом, я тоже в ней, да? Да. Так, так, так. Вот, ну, у нас... По моим наблюдениям, да, классическая больше всех пользуется интересом, ее больше всех спрашивают. Вот, а на втором месте идет ладонь Фатимы. Вот. Ее покупают, наверное, столько же, сколько все остальные чакры вместе взятые. Классическая. То бишь, допустим, если заказывают 10 таких чакр, то всех остальных заказывают там, допустим, ну, по 2 там. Вот. Ну, а мне больше всех нравится галактика. Моя личная. Mm-hmm. Вот. Ну, с другой стороны, очень мне нравятся и вот эти вот чакры. Да, тоже. Да. Здесь как бы очень элегантные большие, такие. Да, элегантные, большие минералы. Вот. И крепление такое надежное очень. Так вот. А, кстати, я у классической это не показала ни в профиль, ни в обратную сторону. Вот как она выглядит. Mm-hmm. Так, и тоже вот эти вот тоже. Здесь у чакры с обратной стороны у всех украшений есть окошечки. Все это так, 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 так. Вот. Вот. Чтобы все было видно. Так. Вот. Вот. Тоже, если вдруг перевернется, все камушки будут видны. Ну и мне нравится, что как я чакру ношу на голой, ой,
Я хорошо сказала, просто на кожу. Вот и мне нравится, что минерал дотрагивается до моей кожи. Так. И на бис все наши украшения. Последнее, чтобы сделать... На этом мы заканчиваем обзор этой серии этих украшений. Задавайте вопросы, не стесняйтесь, на все ответим, все покажем. Если что, понадобится еще раз. Я обожаю эту форму вещания. Вот я люблю украшения, весь этот блеск, камни, металл. Вот. Ну, свою личную галактику, ну кто не захочет иметь? По вопросам приобретения обращайтесь к Ирине Хинди Лайф ВКонтакте. Ну, ты в конце покажешь все свои данные.